Марка Hyundai пошла по пути Volkswagen, который делает горячие или подогретые версии всех своих моделей. Поэтому неудивительно, что свежая Sonata тоже обзавелась исполнением N-Line. Да каким? Обычно приставка Line означает лишь дерзкий декор, но Sonata повезло. Как минимум потому, что она заполучила 300-сильный турбомоторище, с которым сосуществует усиленный 8-ступенчатый преселектив. По прикидкам, переднеприводный бизнес-седан будет выстреливать до сотни секунд за 6, однако точные цифры пока не раскрыты. Зато известна цена на главном, американском рынке. В других странах горячая новинка тоже появится, но позже. И ждать Sonata N-Line имеет смысл, ведь под сумасшедший двигатель инженеры создали особенное шасси. От обычной N-Line-овская ходовая отличается особенной настройкой амортизаторов, жесткими задними пружинами и крупными стабилизаторами. Прибавьте сюда более производительные тормоза и укороченную рулевую рейку, на которой установлен электрический усилитель. Довершают комплект доработок 19-дюймовые легкосплавные катки особого дизайна. И это только начало. Совсем скоро состоится премьера кроссовера Tucson N-Line следующего поколения. Но вместо подробностей есть лишь несколько тизеров. У Elantra исполнение N-Line уже есть, а будет и полновесная N. По предварительной информации, 280 сил сделает этот седан ну очень динамичным. Но опять же, пока корейцы лишь дразнят нас тизерными картинками. Этой осенью марка Hyundai провела рестайлинг бензиновых и дизельных версий модели Kona. А теперь модернизацию заслужил электрический кроссовер, с передней части которого исчезла ненужная имитация решетки радиатора. В салоне появились новые экраны панели приборов и мультимедийные системы, плюс некоторые мелочи вроде дополнительных разъемов для зарядки гаджетов. Электрическую часть трогать не стали, ведь инженеры Hyundai постоянно вносили мелкие улучшения, понемногу наращивая дальность хода. В Европе оценить глубину проведенной модернизации покупатели смогут через считанные недели. А вот мы ни чисто электрическую, ни любую другую Kona не увидим, ведь нашему рынку адресована бюджетная Creta.